Психологов медучреждений Мурманска научат работать в критических ситуациях. Занятия проводятся в Центре экстренной психологической помощи МЧС. Специалисты рассказывают, как оказать первую помощь в случае ЧС и на что обратить внимание, чтобы снизить моральное напряжение и сохранить самообладание. От таких рисков не застрахован никто, потому желающих посетить полезные уроки уже немало. Они съехали со всей Мурманской области, чтобы повысить уровень оказания первой помощи. Идея какая? Вот на месте, где случилась чрезвычайная ситуация, работают психологи МЧС, и привлекаются люди из организаций социальных, входящих в РСЧС. И эти люди, то есть эти специалисты-психологи, к которым пострадавшие либо родственники погибших в дальнейшем будут обращаться.